5 июня в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета пройдет кастинг телеканала НТВ на участие в научно-популярном шоу «Идеи на миллион». Это второй сезон проекта. Кастинг проходит от Владивостока до Калининграда. Вот в этом году весной мы обсуждали с сотрудниками канала НТВ, кто занимается этим проектом, о том, где может проходить региональный отбор проектов. И, конечно, Казанский университет очень заинтересовал их как площадку, поскольку наш университет является одним из ведущих в регионе, и в Казанском университете реализуется много проектов по различным направлениям. Из Казани попытать свои силы в интеллектуальном шоу уже решили порядка 20 человек, в том числе и представители Казанского университета. На данный момент наши молодые ученые, студенты, аспиранты готовят свои заявки. Я думаю, что по всем направлениям, перспективным направлениям Казанского университета будут представлены проекты, и дальше мы уже будем держать кулаки за наших молодых специалистов и надеяться, что они получат этот миллион от компании НТВ. Чтобы принять участие, нужно отправить заявку. Те, кто пройдут финал, будут приглашены в Москву. В ходе испытаний президенты смогут побороться за денежный приз, а также поддержку инвесторов. Аделина Гайнулина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.